Теперь я с гордостью представляю вам наше самое главное предложение сегодняшнего дня. CTS. Цена только сегодня. Это полупальто Габриэль. Ну и естественно, мы сразу понимаем, что это идеальная верхняя одежда, которая подойдет к весне. Хочется же обновлений. Соответственно, сейчас, мои дорогие горячолюбимые модницы, вы легко и просто сможете подобрать для себя вот такое межсезонное предложение. Сразу хочу сказать, полупальто идет до -5. Но согласитесь, порой очень сложно найти верхнюю одежду, когда температура скачет, когда то холодно, то становится резко тепло. Именно в такой куртке вам будет комфортно. Ну и, конечно же, нельзя забывать про то, что это тот самый долгожданный и модный стиль спортшик или кажуальный вариант с контрастными деталями. Это идеальное вложение в повседневный гардероб. Универсальность данного стиля позволит адаптировать куртку под каждый стиль и получить максимальный комфорт от носки. Между прочим, легкий, но согревающий наполнитель Евросинтепон идеален для межсезонья. Согреет на улице и не даст почувствовать парниковые эффекты в помещении. Это то, что надо в переменчивую погоду межсезонья для поддержания здорового духа в вашем идеальном безупречном теле. Ну а, кстати, что касается безупречного кроя, то здесь оптимальная длина в размерной линейке. И вот здесь, внимание, до 72 размера. Кстати, размеры сдвоенные. Гарантирует идеальную посадку на каждый тип фигуры с оптимальной свободой в каждом движении и лаконичном силуэте. Кстати, что касается комфорта. Комфорта хорошая длина, но здесь сразу, я думаю, внимательные модницы обратили свое внимание, да, на то, что реверсивная молния при длине 93 сантиметра плюс-минус 2 сантиметра, реверсивная молния, благодаря которой вам будет удобно и при ходьбе, и при занятии каким-то видом спорта, может быть, на каток пойдете. Давайте разберемся с цветами. И, кстати, здесь color blocking опять же прослеживается, виден леттеринг. Итак, этот цвет в заказе красный называется. Его же вы видите и на нашей модели Оленьки. Давайте сразу покажу такую стильное решение, фишка, да. Карман функциональный, еще вот так вот можно расстегнуть пошире. Здесь мы тоже видим леттеринг, контрастная вставка. Есть, кстати, карман и с левой стороны. Вот он, пожалуйста, здесь присутствует. Мне нравится контрастная вертикаль за счет молнии. Вот этот леттеринг и на лентах, которые идут из глубокого капюшона. В общем, все работает на ваш индивидуальный образ. Следующий цвет идет ментоловый. И знаете, вот здесь на самом деле он больше даже к такому к растительному оттенку, но за счет глянца все-таки переход идет в ментол. Далее цвет синий, который в жизни на самом деле, вот лично у меня больше ассоциация с сиреневым таким оттенком, но в заказе именно этот цвет называется синий. Вот этот изумрудный оттенок, сейчас уточним, он, собственно, в заказе и называется изумруд, очень дорогой оттенок, очень редкий оттенок, и я даже не сомневаюсь, он вам тоже понравится. И классика, сочетание черного с красным, в заказе просто черный цвет. Посмотрите, какой яркий образ получается, да? Все пять цветов сейчас вот настолько уже становятся популярны, но давайте выбирать размер от 48 до 72 размера. От 48 до 72. Вы знаете, что размерный ряд в масс-маркете обычно останавливается на 54, в лучшем случае 56. У нас до 72. Цена только сегодня 3999 рублей. По факту цена за две базовые футболки. Но при оплате банковской карты еще 5% скидка. И получается 3799 рублей. Давайте я сделаю точные замеры, покажу вам точные цифры. Я знаю, как для вас это важно. Но для начала, у нас за счет того, что идет рукав реглан, очень глубокая пройма. Вот смотрите, полуобхват 31 сантиметр. То есть полный обхват 62 сантиметра, а это размер у меня здесь 50-52. Теперь сделаю быстро замер полуобхват в зоне груди. И здесь тоже мы не переживаем, не волнуемся. Свободы более чем достаточно. 57 сантиметров это размер. 50-52. То есть 57 сантиметров полуобхват, полный получается 114, да, сантиметров.
как берем размер? Вот если здесь двойные размеры, причем они идут 48, 50, 50, 52, 52, 54. Вот если, например, у вас 52 размер, возьмите 52, 54. Если у вас 54, лучше возьмите 54, 56. Пусть будет небольшой запас, да, на размерчик как бы побольше. Вот смотрите, вот у Ольги, она сейчас на экране крупным планом, у нее в жизни размер 54. Она надела куртку размером 52, 54. Вроде нигде ничего не сковывает, да, все по фигурке. Но если вы любите чуть больше свободы, делайте, как делает Ника. У Ники в жизни размер 50. Вот на ней как раз 50-52 куртка. Чуть больше идет как раз свободы. У нас уже есть отзыв. Ирина Владимировна нам написала. Давайте почитаем. Ирина Владимировна живет в городе Астрахань. Она написала: покупаю межсезонные куртки заранее, люблю быть подготовленной к теплу. Брала уже несколько раз на телеканале себе куртки на март и апрель. Отличное качество и красивый дизайн. Рекомендую. Ирина Владимировна, спасибо огромное вам за обратную связь. Вам пламенный привет от меня лично, вам и городу Астрахань. Ну и, конечно же, всем-всем-всем городам. Теперь, что касается наполнителя и утеплителя. Евросинтепон. Это единое полотно, благодаря чему оно не будет сбиваться, не будет комковаться. Плюс ко всему, оно хорошо дышит и согревает, но в то же время не будет парникового эффекта. Теплового эффекта, то есть удара, точно не будет. Плюс ко всему, хорошая ткань, она сверху не промокает, не продувает. Испарение влаги, то самый эффект, когда я говорил, не будет, ну скажем так, теплового удара. Удобство хранения, есть такая вот петелечка, да, если нет вдруг у вас специальной системы хранения, за счет этой петелечки вам будет легко и просто удобно хранить. Итак, красный цвет становится сейчас самым популярным. Давайте я напомню вам быстро цвета, которые у нас есть. Красный цвет уже лидер. Есть еще изумрудный, синий цвет, плюс ко всему ментоловый, черный. То есть хороший выбор цветов, благодаря которому вы обязательно что-то подберете для себя. Обратите внимание еще раз на цену. 3999 рублей. По факту это цена за две базовые футболки. При оплате банковской картой еще 5% скидка. Итак, легкая, воздушная, идеальная для межсезонья. Поэтому срочно звоните в колл-центр и заказывайте куртку «Габриэль».